Всем привет! И сегодня будет очередная история жизни. Но не одного человека, а сразу нескольких. А точнее, группы Бредер. Итак, погнали! Группа Бредер была основана в городе Макеевка, Донецкой области, Украина, в 94 году Валерой. Находясь на обучении в одном из ПТУ, он познакомился с Колей по кличке Цыпа. Оба они были заядлыми слушателями экстремальной музыки. И недолго думая, сами решили что-нибудь сыграть. Валера по кличке Кабан взял на себя партии гитары, а Николай сел за барабаны. Дуэт свой они назвали «Бредер», который просуществовал более 10 лет. В дальнейшем состав группы увеличивался другими личностями. Перед вами группа «Бредер», представьтесь! Я Влад. На чем ты играешь? Влад. Играю на бас-гитаре. Я Эскобар. Он был на вокале. Я Валера. Он играл на гитаре. Я Коля, на барабанах. Затем Юлик, он был на басах, потом был Вадим, тоже был на гитаре, Манглет, чел играл на басах, затем был еще один вокалист после Эскобара по кличке Шуримон, и последний участник был Алексей Цыпа, тоже на ударных. Жанр у группы варьировался от брутал дэт-металла до психоделики. Первым официальным релизом стал концертный сплит-альбом «Живое бредопомешательство», который издала мариупольская контора Eclectic Productions. В 2001 году группа Бредер записывает демо-версию, которая называется «Ode to the Lunacy», которая была выпущена на том же Eclectic Productions. В 2005 году был издан сплит-альбом под названием «Ксенофилизм». Но прославилась группа не своей музыкой, а интервью, которое брала юная журналистка группы после их выступления в Доме пионеров города Харциск Донецкого Каганата. Запись интервью осталась в архивах и была в итоге выложена на YouTube. Интервью дает в первую очередь вокалист группы по кличке Эскобар. В какой-то момент становится ясно, что разговор перешел на другой уровень восприятия. А затем в момент апогея Эскобар сообщает журналистке секрет успеха их текстов. Тексты у нас чисто сугубо психологические и возникают спонтанно. Ну, это не есть, то есть сказать, музыка. Это данный этап так называемой эйфории. Ну, поддерживаемая наркотическими веществами там. Но самое лучшее – это использовать морфиногидрохлорид, 5% раствор. Потому что он как бы тонизирует человеческий организм, подстегивает его психику. Ну и дело в том, что видите. А ну, даже когда, вот, например, выступаешь в таких, пронизанный сплошь и рядом таким опиумным дурманом молодых лиц, то оно, например, видно сразу, что там, чем отличается от чего. Также журналистка задавала и куча других разных вопросов, которые вы можете сами посмотреть в интервью. Кличку же Жора Эскобар приобрел за цитаты, которая ему понравилась от самого Пабло Эскобара. При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную ерунду. На языке же Жоры это звучало так. Шо то хуйня, шо это хуйня. Вот это обе хуйни такие, шо я, блядь, ебал ее маму рот. Это можете вырезать полностью. Группа Бредер просуществовала до 2005 года, так как в эти времена выходило много групп наподобие Бредер, которая уже потеряла свою популярность и стала никому не интересна. И в итоге распалась. Но возвращение Бредера в будущем вполне возможно. Точно известно, что один из гитаристов, Вадим, продолжил карьеру в группе «Год Механик». Лидер группы Валера был в ней до самого ее распада. После он работал в ДК охранником, где раньше репетировала его группа. Первый басист Юлик и барабанщик Цыпа сейчас играют в группе «Сталина». Эскобар же после ухода из группы держал рынок в своем родном городе Макеевке. Жил какое-то время в Китае и в 2009 вернулся в Донецк. Ну вот такая вот была история про группу Бредер. Надеюсь, вам понравилось. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.